Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Линском районе, у себя на ферме. Прошу прощения, что долго не выкладывал видео. Не было времени, ломалась машина. Ну, были многие причины у нас. Пришлось автомобиль поменять. Но за эти две недели мы привезли к нам сюда азиата, девочку. Зовут ее Найда. Привезли из Верещагина. Просто так взяли. Ну там, короче, за железную денежку завелся. Она потерялась. Ну не потерялась. Там дети сказали, что ее привезли на машине. Выкинули. И она ходила там около школы. Ее, видимо, кто-то подкармливал. Вот. Абсолютно не агрессивная с людьми. Но с собаками так. А собак гавкает. Вот. Лежит сейчас в будке. Это у нее будка такая красивая, которую сделал Александр с Васей. Вот. Что у нас произошло еще за эти две недели? За эти две недели, пока я здесь отсутствовал, здесь сделали забор. Вот. Сейчас покажу докуда. Вот. До того угла. Так что осталось совсем немножко, чтобы до зимы закрыть. Мы уже закроем точно. Вот. Привезли железо на печь. Будем варить печь в баню. Снова снимаю уже готовое, потому что некогда было снимать. И видеокамеру с собой даже не брал по этой причине. Ну, вот так вот. Пока так, но будем исправляться, со временем, конечно, займусь каналом, когда здесь уже будет побольше и получше на ферме. Буду заниматься плотнее каналом, когда пойдет заработок. Поменял машину, вместо приоры сейчас у меня 12-я. Вот такая вот. Приору пришлось поменять, потому что у нее стала чашка вырываться. Чашка стала вырываться по той причине, что своевременно не были поменены амортизаторы. Ну, все по той же причине, по причине отсутствия средств. Поэтому пришлось залезть в кредит и брать 12-ю. Закрыли вход гусем. Ну, это я делал сегодня. Еще сделал вентиляцию. Вот такую. Ну, доделал, скажем так, вентиляцию. Потому что вентиляция работала наоборот, на приточку, без вот этой штуки. Сейчас я проверил. Она хорошо работает. Хорошо втягивает. Вытягивает, точнее, воздух. Так что все отлично. Сейчас покажу выход у гусей, как я сегодня заделал. Вот. Здесь у нас был выход гусиный. Сейчас тоже так же закиданы землей и положены камушки. Ну, немножко видно, там посветлее, здесь потемнее. Но со временем это ничего не будет. Сюда я брал землю. Так, забор у нас сделан вот до туда. Пилим горбыль, дрова. И выбираем из горбуля доски для забора. Так, сейчас покажу. Внутри в овчарне. Вы уже видели. Я вот не помню, снимал, не снимала. Когда уже здесь все разделили. Ё-моё. Ёлки-палки. Оп. Так, вот у нас в овчарне. Здесь у нас барашки сидят. Барашки. Сегодня выходили гулять, но почему-то долго не гуляют. Видимо, по причине того, что стало холодно, снег лежит. У них особенно здесь особо на пастбище нечего кушать. Надо переделывать пастуха, чтобы было. Либо сейчас доделывать забор и выпускать их уже. Так, вот гусей. Сейчас, наверное, уже все окончательно переведем в стойловые.
период будут у нас сидеть здесь. Будут сидеть здесь. Ну, придется им давать что-то покушать побольше. Там у нас маленькие сидят. Скоро я сюда еще переведу маленьких поросят своих, венгерскую мангалицу. Им скоро будет месяц. Часть у нас уже заказали, забронировали. Ну, бронируют только девочек. Еще одна девочка осталась. И осталось 7 парней. Посмотрели подробнее. У нас получается 6 девочек и 7 мальчиков. 5 девочек уже забронировали. Двух я буду менять в одну семью, скажем. Так, отдам. Куда и первую девочку отдал. Поменяю на сено снова на 10 рулонов. И на 2 овечек романовской породы. 8-месячных. Еще 2 поменяю на козочек заянинок. 7-8-месячные. Вроде так. Или 7-месячные. Вот нужно будет ехать в Чернушку. Я потом сниму отдельный сюжет. Надеюсь, что поеду не ночью. Вот сниму сюжет. Сниму. Там получается зоотехник. Разводит этих заянинских козочек. В Чернушинском районе. Пермского края. Какая-то там гора. Не помню. Вот. У меня где-то записано. Вот поедем к нему. Если мне память не изменяет, Василий Иванович его зовут. Вот и я сниму. Попрошу, чтобы он дал разрешение снять репортаж. Сниму репортаж, если он даст разрешение. Конкретно про заянинских козок. Что он там может рассказать. Валя у нас здесь. Валя. В общем, как у нас обстоят дела. Вентиляция сейчас хорошо работает. Хорошо вытягивает. Сейчас покажу. Здесь ее тоже надо будет доделать, но потом. У меня сейчас более есть важные дела. Мне нужно утеплять дальше. Нет. Ну, видимо, от ветра еще зависит, когда куда ветер дует. Вот когда вытягивает, когда наоборот чуть-чуть затягивает. Ну, в общем, так. Как-то так обстоят наши дела. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.